Почти 700 миллиардов долларов на финансирование Пентагона. Сенат Конгресса США одобрил проект военного бюджета на новый финансовый год. 640 миллиардов должны пойти на закупку вооружений, зарплаты солдатам и поддержание боеготовности войск. Еще 60 правительства штатов направит на продолжение зарубежных операций в Сирии, Ираке, Афганистане. Палата представителей, к слову, ранее одобрила другую версию документа, поэтому теперь обеим палатам предстоит сформировать согласительную комиссию, чтобы свести два варианта в один. Между тем, стало известно, что Сенат одобрил выделение Украине 500 миллионов долларов на летальное оружие. Об этом в своем твиттере сообщил президент Петр Порошенко. Соглашение предусматривает также усиление авиации и флота Украины. Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Киеву корабли прибрежного действия и береговой охраны. Кроме того, на американские деньги в больницах США будут проходить реабилитацию раненые украинские военные.